Привет! Вы снова находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Казарчук. И сегодня я хотел бы затронуть такую маленькую тему: слухи, сплетни и реальность той страны или о той стране, в которой я живу. Слухи, которые рассказывают о ней люди, только приехавшие сюда буквально недавно, или беженцы, будь то сирийские, иранские, украинские, русские, какие угодно. Почему меня интересует эта тема? Потому что, проживя здесь больше полжизни, я все-таки уже немножечко понимаю, что к чему, где здесь можно чем заниматься, где нельзя заниматься. И, естественно, как говорилось в библейских писаниях, научился отделять зерна от плевел. Согласно моим интересам, на Ютубе я время от времени просматриваю различные видео, различные каналы, где люди, блогеры, транзитники, скажем так, приезжают в Германию и рассказывают о том, что они здесь увидели, какие здесь законы, какие здесь порядки, чем тут можно заниматься и т.д. и т.п. Так вот, в одном из видео на одном канале я обратил внимание на одного товарища, приехавшего сюда в прошлом году с Украины. Он работал когда-то на фуре. Началась война. Получилось так, что он был в командировке, и он остался здесь. Все бегут от этой войны как могут. Кто-то остается, потому что нет возможности, кто-то убегает, потому что случилась беда, есть возможность убежать самому, спасти своих родных, близких и так далее. Это естественный закон природы, инстинкт самосохранения, скажем так. Но что меня заинтересовало в словах вот этого беженца? Он рассказывал о том, что очень тяжело было здесь устроиться, потому что языка не знаешь, и поначалу к тебе относились очень хорошо, дружелюбно, а буквально спустя несколько месяцев стали смотреть на тебя, как на шакала, который приехал сюда и начинает рыпаться о том, что якобы он воюет там, с Россией, для того, чтобы Россия не пришла сюда. Где логика в его словах? То есть он, приехав сюда, сбежав от той войны, кричит всем вокруг, что он воюет там. Тогда что ж ты делаешь здесь? Ну да ладно. Он зацепил тему грузоперевозок. Рассказывал о том, что, во-первых, у него знание языка на нуле. Он рассказывал о том, что эта ниша грузоперевозок в Германии вообще никем не занята. То есть, когда он со своими друзьями и такими же по беде товарищами проходил по улицам одного города и увидел кучи мусора, вот эти вот кучи старой мебели, старой электроники, которую выбрасывают время от времени, люди приезжают, машина собирает все это и увозит на большие свалки. Он понял, что эта ниша грузоперевозок здесь не занята. И он хапнул себе диван кожаный, он хапнул себе огромный якобы плазменный телевизор, там еще что-то набрал. И оказалось, что есть люди, которые хотят, чтобы им кто-то что-то перевозил, но заказать негде, потому что таких условий, таких услуг в Германии не существует. Ну и дальше он рассказывал всякую ерунду, что вот он уже открывает фирму со своими компаньонами, и он будет здесь заниматься в Германии, плюс будет расширяться и так далее, и так далее. В общем, через несколько месяцев он станет вторым Джорджем Соросом. Дай бог этому гаду здоровья. Я эту тему решил затронуть, потому что почти лет 30 назад мне один мой коллега по работе рассказывал о том, что один его знакомый уехал в Германию год назад, и вот уже через год он приезжал в гости и сказал, что не переживай, я учился здесь в ПТУ на автослесаря, я открываю в Германии свою собственную фирму по ремонту автомашин. Тот: как, ты же только год там прожил. Ну, мне нужен был год на изучение языка, а теперь я открываю собственную фирму, у меня будет своя автомастерская, у меня будет 5 или 6 боксов, там я уже заказал строительство. Я тогда подумал, ну нифига себе, какие возможности. Это почти 30 лет назад. Я подумал, ну ничего себе возможности в этой Германии, надо же. А оказалось, этот человек просто-напросто врал, потому что, проживя здесь год, не имея гражданства,
Никакой иностранец не имеет права открывать здесь свои фирмы. Исключение составляют люди-миллионеры, у которых есть за спиной в качестве страхового капитала, ну, как минимум 1 миллион евро. Вот этим людям разрешается открывать в Германии фирмы, помогающие развитию и экономики, и промышленности страны. Ну, а обычный молдаванин, приехавший сюда год назад, едва-едва изучивший и иностранный язык, вдруг внезапно открывает свою фирму, причем автомастерская на 6 боксов. Вы можете себе представить, что такое 6 боксов? Это огромнейшее оборудование, это бухгалтерия, это бюрократия, это личный персонал и так далее. Примерно то же самое рассказывает вот этот вот беженец с Украины о том, что он со своим другом и еще с одним там компаньоном открывают сейчас свою фирму по грузоперевозкам в Германии. Ребята, здесь таких фирм на маленьких вот этих бусиках, маршрутках, миллион и маленькая тележка. Они плодятся, как грибы после дождя, эти фирмы, и точно так же закрываются, потому что грузоперевозками заниматься тут, ну, это, как вам сказать, это обычное дело, обычное дело. Любой, даже сосед или еще кто-нибудь, знакомый, у кого есть возможность, или бусик у него есть, типа маршруточный, или у него есть фаркоп на машине, можно арендовать прицеп, помогает с грузоперевозками, помогает. Но если заниматься этим профессионально, то составить конкуренцию тем, кто здесь уже 40, 30 лет, 50 лет занимается вот этими грузоперевозками, невозможно. Вы не выдержите той конкуренции, которая существует здесь. Когда-то мне один товарищ рассказывал, что его друг, уехав в Штаты, журналист, кстати, он работал в одной из центральных газет в Кишиневе, и причем у него было очень хорошее имя. Он уехал в Штаты, и через пару лет он устроился работать обычным водителем на фуру. Я говорю, почему? У него же, говорю, знание английского языка просто идеальное. Он же журналист, он сколько лет работал. Ты знаешь, говорит, в Америке очень тяжело устроиться по той специальности, по которой ты привык работать здесь, которую ты здесь получил. Там сильнейшая конкуренция. Чтобы там пробиться, нужно быть действительно акулой-мегалодоном. То же самое касается Германии. Чтобы здесь встать на ноги, чтобы здесь доказать, что ты чего-то можешь, чтобы здесь добиться какого-то успеха, нужно быть как минимум белой акулой, иначе тебя загрызут обычные морские окуни. Это вот так вот вкратце о том, какие здесь правила при капитализме. Потому что квакать в сторону о том, что ты открываешь свою собственную фирму, о том, что у тебя дела идут просто зашибись, можно сколько и угодно, но ни один нормальный бизнесмен никогда не будет хвастаться своими успехами, потому что наряду с успехами идет точно такая же куча неудач, такая же куча каких-то препонов. Вот о русских магазинах. Здесь частенько открываются и закрываются русские магазины, которые не выдерживают конкуренции уже с теми, кто здесь существует 20, 30, 40 лет. Вдумайтесь в эти числа. Открылся хороший магазин, классный, обалденный, помещение, вот такое вот, торговый зал, просто супер. Полгода просуществовал, захлопнулся, все, он не выдержал конкуренции. Хотя в нашем городе у нас здесь по разным районам 3 русских магазина. Они держатся, потому что они открылись более 30 лет назад. Те, которые открываются сегодня, они выдерживают конкуренцию максимум полгода-год и схлопываются. Точно так же схлопываются различные вот такие вот болгарские маленькие фирмочки, румынские фирмочки по грузоперевозкам. Ну и вот этот вот товарищ, который в видео рассказывал, что он якобы сейчас открывает свою фирму по грузоперевозкам, нужно эту нишу заполнять, пока есть возможность, потому что местные не настолько умные в этом деле, не настолько смекалистые, что просто нужно взяться за это дело, и тогда пойдет бабло. Это помните, как в фильме «Поездка в Америку», когда Эдди Мерфи со своим дружком пришли в Макдаул, и там вот этот толстенький рассказывает: «Видите, сейчас я мою салат, а через 2 года я стану помощником менеджера, и вот тогда пойдут уже большие деньги».
Примерно точно такую же историю рассказывают вот эти вот различные беженцы, которые приехали сюда, не поняв еще до конца всей структуры, всей реальности, которая здесь существует, начинают сочинять и рассказывать сказки друг другу, особенно тем, кто там остался, как здесь классно жить. Ребята, здесь жить отвратительно. В первую очередь почему? Здесь хорошо живут миллионеры и те, кто живут на социале. Миллионерам на все наплевать, потому что у них есть сумасшедшие миллионы денег, а те, кто на социале, они не хотят работать, они живут поколениями на социале, сидят. Они не хотят работать, они отучились в школах, они получили профессию и больше ничего. Есть, я знаю людей, которые по 30 лет, по 40 лет, по 50 семьями, родители, дети, внуки сидят на социале, получают больше, чем я в месяц всей семьей. За них государство платит за квартиру, за них государство оплачивает им коммунальные услуги. Плюс они еще имеют полное право поехать один раз в год за счет государства в отпуск на моря, потому что они якобы устали сидеть дома, у них стресс, они вроде бы ищут себе работу. Социальщики живут здесь просто идеально. Простой рабочий человек здесь, скажем так, средний класс. Он не то, что живет плохо, но я не скажу, что он живет идеально. Все вот эти вот, секунду, есть время. Все вот эти вот рассказы о том, что да в Германии средняя заработная плата 3500, да в Германии то, да в Германии, ребята, средняя зарплата в Германии, средняя зарплата в Германии нормального человека 1500-1700 евро. Все. То, что считается выше 2000, это я говорю не о бруто, я говорю о нетто. Если считается у вас зарплата выше 2000 в месяц чистыми на руки, вы считаетесь уже чуть выше среднего класса. У вас есть другие возможности, естественно, вас облагают другими налогами и так далее. Поэтому прежде чем верить вот так вот голословно в то, что кто-то вам рассказывает в каких-то видео, приехавший сюда буквально годик назад или полгода назад, эмигрант или беженец, о том, какие здесь офигенные возможности, какая тут замечательная страна, какие тут лоханутые бюрократы, которых можно обвести вокруг пальца, не верьте. Здесь настолько сильно развита бюрократия, что люди, приехавшие сюда и пытающиеся показать свой гонор, и, между прочим, именно вот такое вот происходило в прошлом году, когда сюда приезжали очень богатые украинцы, беженцы с Украины. Они показывали, как они круто могут себя вести, какой у них гонор, какие у них машины, какие у них шубы, какие у них то, миллионы и так далее. Прошло буквально полгода, об этих людях уже ничего не слышно, потому что им показали место в этой социальной нише, где они могут существовать. Сначала они получают этот социал, пособие получают, а потом, когда заканчивается срок получения пособия, им говорят: товарищи, пожалуйста, у вас есть своя хорошая машина, у вас есть капитал, вот когда вы продадите машину и используете этот капитал, тогда придете, мы вас поставим на социальную помощь. А до тех пор, увы, в социальной помощи вам отказано. И люди, приехавшие сюда, допустим, один был тут товарищ, работал на небольшом таком маленьком заводике, фабрика по продаже вот оптики Carl Zeiss. Приехав сюда, он говорил: да я крутой, да я там занимался в Питере, да у меня тут, блин, сейчас всю Германию на колени поставлю. Через полтора года его поставила Германия на колени, потому что здесь такая настолько сильно развита бюрократическая машина. Они, почему говорят старая Европа? Потому что они не любят слишком нахрапистых новшеств, которые могут потом принести им какие-то результаты, какую-то пользу, привести к какому-то успеху. Они не любят, когда им указывают, как нужно жить, как нужно работать. Они привыкли жить так, они привыкли жить именно по тем устоям, которые они собирали десятилетиями, столетиями. И тут вдруг появляется кто-то, кто говорит: эй, ты, что ты тут сидишь? Ну-ка, быстро оформи мне социальную помощь. Таких людей здесь ставят на место, причем очень и очень быстро. Максимум 2-3 года, максимальный срок 2-3 года. И потом эти люди просто-напросто закрывают свои ротики и ходят на завод BMW к 5 утра на первую смену. И
во вторую смену к 2 часам дня и фигачат на конвейере, фигачат, делают машины, работа неблагодарная. Поверьте мне, работа неблагодарная. Или подметают улицы, или моют тарелки где-нибудь в каких-то китайских ресторанчиках. Вот так Германия ставит людей на место. Поэтому прежде чем верить бездумно в то, что вам какой-то беженец или какой-то новоиспеченный иммигрант рассказывает какие-то сказки о Германии, что типа он тут всех сейчас поставит на колени, да он тут сейчас, блин, всю систему сломает и покажет, как нужно жить, не верьте этим людям. Хотите узнать, как тут жизнь действительно происходит, по каким канонам все здесь существует, приезжайте сами и убедитесь. Или спрашивайте тех, кто действительно здесь прожил не один год и не одно десятилетие. Эти люди не соврут, и они расскажут вам правду. Всем удачи! Не забудьте подписаться на этот канал. С вами был я, Владимир Казарчук.